Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел, истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики, они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас особый случай. Ну, наконец-то, заждалась. Не понимаю, что все это значит. Ой, Артем, какое я вам дело нашла. Краснодар, 68-й год. А вот это вот жертва. Красиво. Парашютистка, комсомолка и вообще большая умница. Галина Безручка, 25 лет. Работала учительницей в средней школе. Ну, в школе вообще все в шоке были. Впереди последний звонок, выпускные экзамены, а тут такая трагедия. Ну, в общем, что я вам рассказываю? Вы читайте, читайте. Так... В ночь с 19 на 20 было обнаружено на территории пожарной части у подножья учебной вышки. Что получается, она упала с вышки? Сбросили. Сторож пожарной части рассказал, что когда он обходил территорию, то увидел, как по лестнице, по ступенькам вышки сбегает человек. Потом он подошел поближе и обнаружил труп учительницы. То есть версия такая. Учительница с кем-то встречалась на верхней площадке этой вышки. Человек ее столкнул, а сам скрылся. Ну, выходит, что так. Или второй вариант. Романтическая встреча. Учительница сама вспылила и выбросилась. А человек, чтобы не иметь проблем, решил скрыться. Да, вот эту версию откинули сразу. И если вы начнете читать, то поймете, почему. Хорошо. Так, Петр Сильвестрович. Приметы запомнил? У кого? У человека, который спускался по лестнице. А, да не, темно. Да и тут у меня зрение. Ну, вы сами видите, оно этого того, ну, не совсем. Ну, хоть в какую сторону пошел? А, да чего там пошел? Там аж дырка в заборе. Вот туда и пошел. Дима! Дима! Что? Глянь, иди. Тут ждите. Ага. Ну, говори. Шея. Что шея? На шее. Что на шее? Душил ее кто-то. Цепил в шею. Вот так. Раны свежие. Значит, нанесены перед самым падением. Значит, не сама упала? Помогли? А я и говорю! Да что говорю, если бы вы не спали, то у нас вообще бы трупа не было. Так я и не спал. Я туточки один, а здесь территория большая. А там дырка в заборе. И я говорил начальнику. Понятно. Он говорит, иди.
Значит, убили. Работать не мешай. Иди дырку посмотри. Дырка небольшая, но пролезть можно. Слава Семенович, иди сюда. Иду. Осторожно. Поздно. Что здесь? Следы от протектора. И капли масла. Судя по всему, все свежее. И как понять, наш клиент тут останавливался или кто другой? О! Товарищ сторож, а вы не слышали, когда человек спустился по лестнице и залез в дырку, звук зажигания машины был? Точно не скажу. Да я как труп увидел, аж тут и здесь, а все зазвенело. Ничего толком не помню. Ладно. Буду звонить в прокуратуру. Убийство по их части. И надо понять, какая машина тут стояла. Сделай оттиск и замерь колею. Дима, иди звони в прокуратуру. Все. Виктор Петрович, дело в том, что... Сядь! Что думаете, раз оценки в журнале за год выставили, так и ходить не надо? Виктор Петрович, ну... Отставить! Значит так, физика отменяется. Галины Федоровны не будет. Почему? Сегодня ее нашли... В общем, она сбросилась с вышки. Погибла. Урод! Это ты! Ты! Хулиган, отпусти! Отпусти, ты дурак! Стрел, что ли, совсем? Пошел отсюда. Было бы из-за кого страдать. Галина Федоровна работала в школе 2 года. Получила распределение после института. И сразу стала классным руководителем в 9 классе. Значит, смышленая. А что с личным? Семья, родители? Нет, она не замужняя. Родители у нее из глухой станицы. Интересно, а что в делала? В Краснодаре она жила в общежитии. Что? Я спрашиваю, что делала учительница ночью на этой пожарной вышке? Борис Никишов, которому поручили расследовать это дело, выяснил. Учительница очень хорошо знала эту местность. Там по соседству с пожарной частью была секция ДСААФ. В этой секции девушка занималась прыжками с парашютом. Ага, понятно. И с кем же она встречалась на этой вышке? Ничто известно по следам автомобиля, оставленных у забора. Следы. Вот... Эксперт сделал заключение, это был «Москвич» 403 модели. А вот принадлежал он человеку, с которым встречалась учительница или нет, это... Ну, понимаю, сказать сложно. Да, а вы бы с чего начали?
Первым делом я бы установил, с кем она ходила на свидание. Это раз. Ну и по возможности проверить, есть ли среди ее знакомых счастливый обладатель москвича. Все-таки это 68-й год. Машина населения не то, что сейчас. Так странно. Что именно странно? Платья все эти. Сарафаны. Раньше бегали за ними, старались рвать, суетились. А теперь Галки не стало, и все это просто тряпки. А вы философ, Кать? Нет. Ну, как тут можно по-другому? Два выпускника вуза, красные дипломы, а ютимся в общежитии. Ну, при этом душу вкладываем. Рисовала стен газету. Памяти Юрия Алексеевича. Да, она с ним лично была знакома. С Гагариным. Ого. 4 года назад познакомились. С тех пор она и помешалась на космосе. Ну, это неудивительно. Все книги о космосе. А с кем Галина должна была встретиться на этой вышке? Я не знаю. Но у нее должно было быть свидание. Я попросила у нее косынку. Галя, ну, ты же мне обещала. Ну, мне самой надо. Все, я на тебя обиделась. Ну, не обижайся, мне правда надо. А что это у тебя? Любовная записка. Да. Так а от кого была эта записка? А я не знаю. Галина, она не рассказывала мне, с кем встречалась. Говорите. Я не хочу сплетничать. Я порядочная девушка. Говори уже. Мужик за ней ухаживал. Я не знаю, кто это, но он старше намного. Почему так решила? Машина у него была, он ее домой провожал. Я не видела, он не выходил из машины. Марка машины? Москвич, кажется, я не знаю. Умеешь удивить. Что? Да все хорошо. Вы продолжайте. Думаете, Галя пошла к нему на свидание? Она сказала, что бросила его. Дима, женщины еще не то расскажут. Записка это где? Ночью разбилась, упав с учебной пожарной вышки, учительница средней школы Галина Безручка. Сыщики определили, это не самоубийство. Женщину столкнули. Недалеко от места преступления нашли следы от автомобиля марки «Москвич». Соседка погибшей по общежитию рассказала, Галя получила любовную записку и вечером пошла на свидание. С кем конкретно, соседка не знала. Сыщики выяснили. Галина встречалась с мужчиной намного старше себя. Видели, как он приезжал за ней на «Москвиче». Записка это где? Я не знаю, где записка. Но в ее вещах есть кое-что еще. На снимке Галина с каким-то мужиком. Тут кроме плавок ничего не разглядеть. Не туда смотришь. Лето 64-го. А сзади? Сзади написано «Орленок». «Орленок»? Галина там пионервожатой работала. Очень хорошо. Вещи забираем с собой. Протокольчики распишитесь.
что, понравилось? Нет. В Орленке работала. Скорее всего, у девочки был блат. Ты меня слышишь? Слышу, Борис Семенович. Так что делаем дальше? Давай, дуй в Орленок, покажи этого дядьку. Может быть, кто-то из сотрудников опознает. Ясно. Сделаем. Заодно и покупаюсь. Орленок был открыт в 57 году. Лагерь располагался на Черноморском побережье Краснодарского края. Долгое время руководство «Орленка» боролось за неофициальное первенство среди лагерей Союза. Инфраструктура лагеря включала дворцы культуры и спорта, бассейн, киноконцертный зал, стадион на 4000 мест, лечебные корпуса, здание школы и собственную набережную. На выставке «Экспо-67» в Монреале проект лагеря получил гран-при за свое архитектурное решение. Гостями «Орленка» становились самые известные люди страны. В разные годы сюда приезжали космонавты Юрий Гагарин, Алексей Леонов, актеры Андрей Миронов и Юрий Никулин, режиссер Леонид Гайдай. Номинально стоимость путевки была более 100 рублей. Среднемесячная зарплата по стране. Хотя полную сумму никто не платил. Большую часть перекрывали профсоюзы. Второй слой не мажь, а то к первой смене не высохнет. Глядишь, руководство приедет, присесть захотят. Цвет модный у вас. Вы кем будете, гражданин? Директора нет на месте. Сказали, что вы тут с самого начала и все про всех знаете. А в чем дело? Полина Яковлевна, вы узнаете людей на этом снимке? Ну, это галочка. Вожатая у нас работала. А вот с кем она целуется, крась давай. Это что, у нас на пляже? Ну, галочка. А мужчина? Лица не видать. По плавкам, пардон, не узнаю. Хотя, стойте, какой год? 64-й. Вот, у них на коврике дыня узбекская. И? У нас тем летом руководство из краевого отдела образования гостило. Они тогда с этими дынями приехали. Узбекских у нас больше и не было. И вы думаете, на фотографии кто-то из проверяющих? Возможно. Ну, галочка. Ну, а вспомните, кто именно из отдела образования вас тогда гостил? По памяти не скажу. Где директора найти? Первая дверь по коридору. Здрасте. Привет. Куликов, Куликов, стой. Что? Это милиция. И что? Да, я просто сказать тебе хотела. Тебе, если помощь какая нужна, ты только скажи. Ну, какая помощь? Ты заболела или что? Я спасти тебя пытаюсь, дурак ты. Ты сам знаешь, о чем я. Давайте помогу вам. Спасибо. Мы такие альбомы каждый год делаем. Знаете, какие знаменитости к нам приезжают? Так, 62-й, а вот и 63-й. Подержите. Уснули? Задумался. Так. О, а вот и 64-й год. Не задумывайтесь. Хороший год был. Так. Смотрите. Вот. Это к нам Гагарин приезжал. Так. А вот и Галина. И ее отряд. А вот и члены комиссии. Я их хорошо запомнила. Они нам дыни привезли. Должны были у нас один день пробыть, а остались на три.
моя воля, я бы вообще у вас жить остался бы. Не стоит. Ну и кто из них на фото с Галиной? Вот он. Я его вспомнила. Замначальника краевого отдела образования. Угу. И что за мужик? Бабник. Ни одной юбки не пропускал. А как фамилия? Бухтеев. Бухтеев Михаил Иванович. Бухтеев. Ну все, надо идти. Угу. Давайте помогу. Я сама. Наша Галина Федоровна была учителем не номинально, а по призванию. Угу. Предмет свой очень любила. Детей увлекала. Организовала кружок юных космонавтов. И представьте, его посещали даже десятиклассники. Автограф Гагарина? Да. А как вы так узнали? Видел где-то уже. Глаз тренированный. Увидел, запомнил. А вот это наш выпускной класс делал. Стенгазета. Тут ребята пожелания друг другу написали. Три мальчика собираются в летное училище поступать. А там и до звездного городка рукой подать. Эта галочка их увлекла космосом. Буквально бредили. Вступление хорошее, Виктор Петрович. Как так вышло, что Галина молодой специалист, а ей сразу класс дали, дополнительные занятия, в Москву экскурсия, если верить снимкам, а? Ну, скажем так, в отделе народного образования очень рекомендовали ей помогать. Кто рекомендовал? Кто? Замначальника краевого отдела образования, товарищ Бухтеев. Я испугаться должен? Товарищ милиционер. Следователь. Вы ведь тут из-за Галины Федоровны. А что? Она нашей классной руководительницей была. Я учусь в 10-м А. Заканчиваю уже. Хотела в летное поступать, но туда девочек не берут. Как тебя зовут? Ира Пугач. Что ты хочешь мне рассказать, Ира Пугач? У нас в классе есть мальчик, Игорь зовут. Так вот, у них с Галиной Федоровной были очень странные отношения. Это наша галактика. Неизведанные звезды. И все они ждут нас, будущих космонавтов. Игорь? Ну, привет, Галка. Игорь, ты пьян. Может, тебе прилечь в медпункте? Тебя забыл спросить. Я вынуждена буду сообщить об этом твоим родителям. Блефуешь, так, тихо! Все молчат. Я сама поговорю с Игорем. Да-да-да. Да тебя, школы скоро попрут. Ты поняла меня? Скоро каждый, кто здесь сидит, будет знать правду о тебе. Сядь на место. Сядь на место. Итак, продолжим. Так вот, она ему больше ни слова не сказала. Еще и оценку годовую четверку поставила, а ведь он даже не на все уроки ходил. Умеешь удивить. И как фамилия этого Игоря? Бухтеев. У него папа какой-то там начальник, он к нам все время на 1 сентября приезжает. Спасибо, Ира. Это Михаил Иванович Бухтеев, тот самый замначальника отдела образования. Это он целует учительницу на фото. Mm-hmm. Оперативник выяснил, что Бухтеев был в составе проверяющих. Значит, Михаил Иванович и есть тот самый любовник учительницы. И у него есть автомобиль «Москвич». Есть. А рядом с местом убийства учительницы найдены следы «Москвича». Ну вот, по этим причинам следователь определил Бухтеева как главного подозреваемого. А мотив? Мотив. Первый раз, что ли, любовница обузой становится.
Слушайте, а жена Бухтеева, она умела водить автомобиль? Хороший вопрос, но официально водительских прав у нее не было. Скажите, а где ваш муж? Рабочий день закончился? Ну так в отпуске, на рыбалку поехал. Лучше не надо. Вы были знакомы с классным руководителем вашего сына? С Галиной Федоровной? Конечно. Давно с ней виделись? Да пару дней назад. Встречались с родительским комитетом. Решали, как выпускные гулять будем. А с вашим сыном Игорем какие у нее были отношения? Так хорошие. Вы можете у Игоря спросить? Игорь! Он тут не нужен. Это ваш муж и классный руководитель вашего сына. Что? Ничего. Побудь в своей комнате. Не выходи. И за этим звала? Хороший сын. А давно это было? Тем летом? 4 года назад. Вы же знаете, что сегодня ночью Галину Федоровну кто-то сбросил с вышки. Да. Игорь сказал. У меня вопрос. Где были вы, ваш муж и ваш сын сегодня в час ночи? Мне объяснить, почему я вам задаю этот вопрос? Не надо. Я все поняла. Мы с Игорем уже спали. А муж вчера на вечер уехал. Сказал, что на рыбалку. На своей машине поехал? На «Москвиче»? Да. Где он обычно рыбачит? На «Понуре». Спасибо за чай. Прет же тебе, Мишка. Тяни. Тяни, клюнешь. Тихо ты, прет. А, черт. Кончился фарт. Сплюнь лучше, кончился. Ну что, искупался? Как водичка? Парное молоко. Что, мужчины, на прикормленное идем? Так, а кто такие? Прокуратура. А, так, ребятка, ошибочка вышла. Ваши вон там, на том берегу рыбачат. Нет ошибки, гражданин Бухтеев. Проедем с нами. Куда? На допрос. Сворачивай удочки. Кончился фарт. Кончился. Это вы целуете Галину Безручко? Ну, рассказывайте. Так а что рассказывать? Сын в вещах копался, нашел этот снимок. Мне ничего не сказал. Показал его Галине. Но Галина этот снимок уже себе оставила. 4 года вел двойную жизнь? Какая разница? Пробовал бросить, но Галина, она такая неземная. Какая-то сила меня к ней тянула, не знаю, сила... Притяжение? Да, притяжение. Сегодня ночью. Эта самая сила притяжения ее убила. Ее сбросили с пожарной вышки. Как? Подожди, когда? Смотри, какие глаза сделал. Ее скинули! Можно закурить? Нельзя. У пожарной вышки стоял москвич. Ты дома не ночевал. Будь любезен рассказать, где ты был в час ночи? Вы на меня думаете? Я всю ночь на реке провел. Ребята подтвердят. Ну, если этого мало, то не только ребята. Кто? Девочки еще с нами были. До 3 часов ночи вместе отдыхали.
А как же сила притяжения? Или уже не притягивает? Галюка мне перестала тянуть. Она бросила меня в конце марта. Галь, ну давай порвем этот снимок. Ну глупо было тогда фотографироваться. Не глупо. Было много всего хорошего. Пусть. Память будет. Память? Ты так говоришь, как будто мы... Да. Мы расстаемся. Галь, подожди. Подожди. Ждать, пока ты из семьи уйдешь? Не хочу. Почему так внезапно? Откуда все это? Жизнь короткая. Давай просто сохраним хорошие отношения. Подожди, Галь! Дожал я ее, призналась, что встретила другого и полюбила его. И больше вы с ней не виделись, записки ей не писали, на свидание не звали? Не виделся, не писал. Я с ней по телефону разговаривал. А кто звонил, вы или она? Она звонила. Она просила помочь кому-то из своих учеников поступить в летное. Я этого... Товарищ, того... вы куда? Там, на вышке. Вот как поступим. Криминалист займется твоими ногтями. Потом эксперт займется твоей машиной. И мы будем знать, была ли она на месте гибели или нет. Уведи. Так не было там моей машины. И меня там не было. Проверим. Друзей, подруг спросим. И где ты был в час ночи, узнаем. Это сторож из пожарной части. Он и обнаружил тело Галины. Я там, на вышке, обнаружил вот это. В расщелке на полу застряло. А вдруг вот это все понадобится тут? Ну, то есть здесь, а? Галочка, буду ждать 12:30 на вышке. Вырвусь на пару часов. Твой. Спасибо, вы нам очень помогли. Спасибо. Борис Семенович. Упали? Сила притяжения? Работай. Это та самая записка, которую видела в руках погибшая соседка? Да. Какая важная находка. Имея почерк, можно легко определить, с кем она была наверху. Вот результат почерковедческой экспертизы. Записку писал не Михаил. А другие экспертизы? Ну, пожалуйста, вот. Ногти чистые, следов крови под ними не обнаружено. Автомобиль у забора не его. Ну и алиби. Рыбаки подтвердили, что до 3:00 ночи он был на виду. Так, похоже, Михаил не врал насчет новой любви Галины. На свидание ее позвал кто-то другой, но кто? Ну, школьные коллеги не замечали каких-либо служебных романов. Но ведь школа ее жизнь не ограничилась. Вы же сами говорили, что она занималась прыжками с парашютом. Да. Секция была при ДСАФ. И напомню, это же было через забор от пожарной части, где и погибла учительница. Ночью разбилась, упав с учебной пожарной вышки, учительница средней школы Галина Безручка. Сыщики определили, это не самоубийство. Женщину столкнули. Недалеко от места преступления нашли следы от автомобиля марки «Москвич». Следствие установило, Галина встречалась с женатым партийным чиновником Михаилом Бухтеевым, у которого был «Москвич». На допросе мужчина рассказал, незадолго до гибели Галина сказала ему, что полюбила другого, и их отношения закончились. Экспертиза показала, Бухтеев не причастен к смерти Галины. Куликов? Куликов, пошли в кино со мной сегодня?
Куликов, ты меня слышишь? Тебе тренер все равно прыгать не разрешит, ты же не в секции. Здрасте. О, привет. Ты тут тоже занимаешься? 2 года уже. А где инструктор? Вон, там. Куликов, ты если со мной в кино сегодня не пойдешь, я все ему расскажу. Да говори, что хочешь и кому хочешь. Ясно? Не пойду. Не пойду! Уродина! Как давно знали Галину Безручко? 3 года, как у меня занималась. А у кого-то из них были любовные отношения с ней? Может, за ней кто-то ухаживал? Ну, Галя такая девушка, знаете. О ней каждый мечтал. А вот встречаться не знаю. Нам нужны образцы почерка всех ваших парашютистов, кроме Ирины. Они ведь какие-то бумаги заполняют? Да, технику безопасности и материальную ответственность. Несите. Да, и образец вашего почерка тоже. Мы возле машины! Будем ждать. Если вернется. Товарищ милиционер! Я не милиционер. Что-то вспомнила? Я знаю, с кем Галина Федоровна любовь крутила. И с кем же? С Пашей Куликовым. Одноклассник мой. Учительница и ученик? Зря вы так. Я их вместе на вышке видела. Закончу школу. Я тоже. 1 июля мне будет 18. Наконец-то сможем не прятаться. Ну, теперь-то все понятно. Что-то этот инструктор долго вошкается. Дима, поторопи его. Да, и чтобы он обязательно взял образец этого Куликова. Посмотрите в деле, какую любопытную бумагу разыскал Белых. Я имею в виду объяснительную. Так, я, Павел Куликов, не могу сдать утерянный мной учебник «Прыжки с парашютом» с аэростата, взятый мной в библиотеке ДСАФ. Обязуюсь компенсировать его стоимость в течение недели после своего увольнения из рядов ДСАФ. И дата. 29 марта 1968 года. И заметили, почерк похож на тот, на котором написана любовная записка Галине. Да, похож. Это что получается? Новая любовь Галины – ученик? И что, его задержали? Ну, поехали за ним в станицу Елизаветинскую. Он там часто у тети останавливался. Елизаветинская – это что? А это 7 километров от Краснодара. Топор опусти. Куликов Павел Олегович, ты задержан, собирайся. Паша, что случилось? Вы кто? Следователь прокуратуры Никишов, а вы кто? Тетя, а что он натворил? Задержан по подозрению в убийстве Галины Безручко. Вы о чем?
Она погибла с воскресенья на понедельник. Да я вообще тут спал, тетя Маш, ну скажи. Да. Эту записку Галина получила перед смертью. Твой почерк. Вырвусь на пару часиков. Почерк мой. Но я ничего такого не писал. Это не я писал. Да не мог он, послушайте. Ты уверена, что вчера в 00:30 твой племянник был тут? Нет, я спала. То-то же. Пошли. Ваш москвич? Моей сестры. Вперед. А что? А Паша умеет на нем ездить? Да, муж учил его. Паш. Да я ничего не делал. Белых, вызывай эксперта, пусть осмотрит машину. И мы тогда поймем, был он этой ночью возле вышки или нет. Телефон у вас есть? У соседей. Идемте к соседям. Следователь собирал доказательную базу против парня, и сначала все шло гладко. Автомобиль «Москвич». Который принадлежал матери Павлика. Ну да, точно. Рисунок его протектора совпал с оттиском, сделанным у места преступления. Но на этом все. Как все? Ну да, под ногтями парня не нашлось ни следов крови, ни эпидермиса убитой. Он ее не душил. Ну, а почерк? Можно даже скорее предположить, что он вообще не приходил на свидание. Так а почерк? Почерк-то его? А вот и нет. Вы читаете вывод эксперта. Борис Семенович, пришли результаты почерковедческой экспертизы. Говори. Точно. Записку парень не писал. Это как? Ну, почерк же один в один. Угу. Кто-то очень хорошо постарался и подделал. Получается, кто-то написал записку от его имени и таким образом заманил жертву на вышку. Спасибо, Слава, можешь идти. Повезло тебе, парень. Подтвердил эксперт твои слова. Не писал ты эту записку. А вы на меня наговариваете. Не мог я убить. А кто мог? Кто ненавидел учительницу и знал о ваших отношениях? Ну, может, Ира Пугач, она влюбилась в меня и знала про нас с Галей. Ира? Одноклассница твоя и парашютистка? А она могла сесть за руль вашего москвича? Да вряд ли. Ключи только у мамы, и все. Ключи были только у мамы, и все? Скажи мне, Паша, а почему ты перестал в парашютной секции заниматься? Почему заявление написал? Мне пришлось. Почему? Мама отговорила. Она переживала, и к тому же там опасно. И брат у меня недавно погиб. Мы эту тему не очень любим поднимать, поэтому... Так, я могу идти-то? Где моя тетя? Она за дверью. Но ты уже взрослый мальчик, и можешь отвечать сам. Сядь. Потеряла сына и запретила второму прыгать с парашютом. А ваша учительница при этом на парашютный спорт продолжала ходить, да? Это вы к чему видите? А к чему тут везти? Ключи от москвича были только у твоей матери. Белых, поехали. Спросим у нее, зачем она учительницу убила. Павлик, слава богу, ты цел. Уйди! Что с ним такое? А то вы не знаете. Что?
Да я на вас жаловаться буду. На мальчишку убийство решили повесить? Почему твой сын решил уйти из секции парашютного спорта? Ну, ушел и ушел. Разонравилось. Почему, спрашиваете? Разонравилось? Прямо 29 марта? Да хоть и 29-го. Какая разница? Да не прикидывайся. Ты сама прекрасно знаешь, что произошло за день до этого. «28 марта 1968 года стало известно о смерти Юрия Гагарина. Первый космонавт трагически погиб, выполняя учебный полет на самолете. По анализу отпечатков кабинных и наручных часов удалось установить точное время гибели – 10 часов 31 минута. Смерть Гагарина большинством людей страны была воспринята как личная трагедия. Впервые был объявлен трехдневный всесоюзный траур по человеку, не являющимся главой государства. Результаты расследования падения самолета на долгие годы были засекречены, что породило массу альтернативных версий. Но по официальным данным причиной стало совершение резкого маневра самолетом. На месте падения среди обломков самолета нашли личные вещи Гагарина, его бумажник с водительскими правами и фотографии Королева. «В технику я верил полностью, она подвести не должна». Это цитата из прощальной записки Гагарина. Он написал ее жене еще в 61-м, до своего полета в космос. По результатам экспертизы, под вашими ногтями были найдены кровь и эпидермис Галины Безручко. А вот заключение графолога. Это вы подделали почерк сына и написали записку, при помощи которой заманили убитую на пожарную вышку. Ну вот и все. Рассказывай. Год назад погиб Дима, мой старший сын. Он в армии служил, воздушно-десантных. Прыгал с парашютом и разбился. И тут я узнаю, что Павлик в летное собирается поступать. Я не могла второго сына потерять, понимаете? Пока не очень. Зачем учительницу убивать? Так это она ему голову задурила. Космонавты подбивала. А еще год назад он метростроителем хотел стать. Ну а поговорить вы с ней не пробовали? Конечно, пробовала. Когда Гагарин разбился, я так испугалась, я и пошла к ней. Галина Федоровна, я вас очень прошу, ну поговорите с моим сыном. Ну пусть оставит эту дурость. Я не переживу еще одни похороны. Зря вы так. Да, трагедии случаются, но почему вы считаете, что это произойдет именно с Пашей? Будут у вас свои дети, поймете. Повлияйте на Пашу. Он вас слушает. А сам-то он что говорит? Ну, говорит, что не будет поступать, из секции уйдет. Ну, раз говорит, значит, так и будет. Спасибо. До свидания. Я и успокоилась. Павлик из секции ушел, а про летное даже и не заикался. А дней 10 назад я уборку затеяла. Характеристика. Грамоты. Что ж ты делаешь?
все документы для летного приготовил. Осталось только аттестат приложить. Ну, думаю, нужно опять отговаривать. А тут Ирочка, одноклассница Павлика, мне глаза открывает. Она рассказала, что у вашего сына и у Галины любовь? Любовь? Не называйте это любовью! Она ему голову вскружила. Я сразу не поверила, но она рассказала, где они встречаются. На этой чертовой вышке. Теперь понятно, откуда ты про вышку узнала. Разговаривать с ней было бесполезно. Я и решилась. Подбивала других летать. Вот пусть сама и полетает. Рассказывайте подробно, как вы ее туда затащили. Девочка, девочка. Можно я присяду? Да. Спасибо. Я хотела попросить тебя передать записку в кабинет физики. Можно? Да. Держи. Скажешь, это от мальчика. Хорошо. Держи, это тебе. Спасибо. Я приехала ночью к этой вышке. Машину оставила у забора и поднялась. Ну, наконец-то заждалась. Не понимаю, что все это значит. Не понимаю! Не понимаешь! Не понимаешь! Вы сына подставляли, вы это понимаете? Я его защищала и защитила от этой. Я одного сына потеряла. Что мне, второго терять? Что-то мне подсказывает, что Пашу ты потеряла тоже. Нет, нет. Он поймет. Поймет. Зинаиду осудили на 10 лет. Интересно, а Паша поступил в летное училище? Нет. Он вообще никуда документы не подавал. Его забрали в армию. Служил на Дальнем Востоке. Там и остался. Его одноклассница Ирина пыталась его найти, но безрезультатно. Следы затерялись. Понятно. Ну, а бывший любовник учительницы? Бухтеев Михаил Иванович со своей супругой до конца дней своих делали вид, что ничего не произошло. Да. Особый случай. Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел, истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики, они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас особый случай. Рыба! Считаем камни. О, здорово, мужики! Здорово, Эльдар! Здорово. Здорово, Эльдар! Привет! Ну что, помидоры свои продал? Да, скоро персик пойдет, мед. Да, у тебя покупать одно разорение. Да и помидор-то тепличный, как трава. Слушай, ну что ты так на мой помидор, а? Он же вкусный. Ах, Эльдар, Петрович, считай.
вас соседу? Ай. Слушай, я по-хорошему пришел. Давай как соседи договоримся, а? Я от своих показаний не отступлю. Брат, ты же сам видел, бабка на красный выскочила. Я ничего не мог поделать. А я видел зеленый. Я понимаю. Понимаю, ты, наверное, злишься из-за того, что я тогда тебя на базаре обсчитал, да? Ой, вот, возьми 200 рублей. Сводишь жену в ресторан, подарок купишь, да? Деньги свои забери. Понял. Мало? Подожди. Возьми еще. А? Бери, нет, еще. Мало? Пошел вон. И забери свои паршивые деньги. Эй! Ну, смотри. Я тебя предупредил. Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Корнера Шишкерин. Только попробуй. Дим, а чего от тебя этот нацмен хотел? Все нормально, дед Валентин. Разберемся. Здравствуйте, Леонид Анатольевич. А, Валентин, здравствуйте. Ох, жара сегодня. Не говорите. Хоть бы дождик проморосил. Ой. Спит он, что ли? А может, вышел куда? Открыто? Дима! Дима! Сюда, Валентин! Что случилось? Тебя, Диму, убили! Так, 19 июня 1982 года в Харькове в собственной квартире найден мертвым Дмитрий Волков, начальник отдела стандартизации Института метрологии. Я вижу, вы осваиваете планшет? Да, научилась сохранять фотографии. Подруга прямо из Венеции прислала. Нет, ну только посмотрите, какие костюмы. Ух ты, какой планшет. Прямо из Венеции? А вы, Артем, не иронизируйте. То, что для вас новинка, для нас диковинка. Мне вот очень вот эта фотография понравилась. Вот как бы вы назвали этот костюм? Не знаю. Странник, незнакомец. Да, во всем этом есть какая-то загадка. И эта загадка, как я понимаю, предназначается для меня. Этим делом, по-моему, группа Чугай занималась. Да, у вас прекрасная память. Я знаю. Так. О, Коля, кого я вижу? Приветствую, Павел Иванович. А где Игорь Ильич? Отдохнуть решил от вас, Варченко. В отпуске, что ли? Я думал, он у него в августе. Павел Иванович. Токарский Леонид Анатольевич. Кем приходитесь убитому? Отец? Нет, я тесть Дмитрия. Тесть? А где ваша дочь? В командировке. С минуты на минуту должна приехать на автовокзал. Тело перемещали? Нет, я сразу позвонил милиции. Коль, а что с входной дверью? Замок не взломан, убийцу он пустил сам. Часов 8-9 вечера – это примерное время смерти. Если так поздно открыл, значит, знакомый. Ну да. А это его молоток? Да вроде да, хотя не помню. Альберт Николаевич, а что это в левой руке? Домино? Дубль один. Приобщай к делу. А зять играл в домино? Ну, как все, любил постучать.
По своей популярности домино среди настольных игр в Советском Союзе занимало первое место. Вечерами мужчины собирались во дворе за фанерным столом, чтобы отдохнуть от семейных дел, обсудить новости и, конечно, забить несколько партий в козла. Частенько вокруг стола с игроками собирались зрители и желающие сменить проигравших. Играли до 101 очка. Была и короткая партия до 61. Перед игрой договаривались, какое задание должен выполнить проигравший. На четвереньках пролезть под столом, прокукарекать или проблеять несколько раз, как козел. В женской среде игра в домино ассоциировалась с бездельем и глупым времяпрепровождением. На самом деле домино требует хорошей памяти и умения мыслить стратегически. Забить козла любил генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев, считая домино полезной игрой, развивающей логику. Леонид Анатольевич! Дима! Дим! Наденька, Надя! Наденька! Саша, сиди, сиди. Подумай. Это ж надо такому случиться. Только вчера Дим увидел. Это ваша дочь? Жена убитого? Нет, я подруга Татьяны. Мне Леонид Анатольевич позвонил, я приехала. Мы с Димой работали вместе. А Таня знает уже? Нет, еще она вот-вот приедет. Ужас какой! Что же его такая? Будем выяснять. Проходите, ребят. Вы говорите, работали вместе? Да, в институте метрологии. Когда в последний раз его увидели? Дмитрий Александрович, он вчера взял отгул. Сказал, что хочет сделать генеральную уборку к приезду Татьяны. Подтверждаю, он вчера и гардины развешивал, и ковер выбивал. Ага. А у Дмитрия на работе были конфликты? Нет. У нас очень дружный коллектив, я бы заметила. Товарищ следователь. А можно вас на минуту? Значит, я вам говорил, что утром Димка ковер выбивал. Так вот, к нему Ильдар подходил. Кто такой? На рынке торгует, кавказец. Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Корнера Шишкерин. Только попробуй. А в чем суть конфликта была? Не расслышал. Ладно, разберемся. Где он живет? У Нинки торгашки. Из первого подъезда. Дверь направо. Танечка, здравствуй. Здрасте. А что происходит? Папа, Надюша. Танечка. Танечка, Танюш, ты главное не волнуйся, хорошо? Нас что, обокрали? Нет. Говорите уже, в чем дело, где Дима? Танечка, тут такое и произошло. Дима! Таня! Дима! Дима! Врач-психиатр Леонид Токарский, придя в гости к своему зятю Дмитрию Волкову, обнаружил его мертвым с проломанной молотком головой. Входная дверь не взломана, значит, Дмитрий сам впустил убийцу. Смерть наступила накануне вечером. Жена Волкова несколько дней находилась в командировке. Он находился дома один. В руке жертвы сыщики нашли костяшку домино. Выяснилось, у Дмитрия накануне был конфликт с соседом, рыночным торговцем Ильдаром Гаджиевым. Да вроде ничего не пропало. Можно я сяду? Да, да, конечно. Танюш, Танюшенька, может быть, чаю? Не хочу. Татьяна, вспомните, имя Ильдар Гаджиев вам о чем-нибудь говорит? Это сосед, он на рынке торгует. Овощи, фрукты продает. Послушайте, этот Ильдар недавно старушку сбил. Так, продолжайте. Димка милицию вызвал. Ильдар клялся, что она переходила на красный. Но Димка видел, как зажегся зеленый.
Муж дал показания? Сразу. Так, Саша, пошли знакомиться с Эльдаром. Спасибо. Здравствуйте. Эльдар дома? А нету его. Можно войти? Ходите. А где он? Когда будет? А, наверное, никогда. Вот, смотрите. Передимовал гад, отожрался и сбежал к другой бабе. Вот так мне с мужиками не везет. А куда ушел, не знаете? Знала бы, патлы повыдирала. А ваш сожитель домино играет? Нет. Он только деньги считает. Сядет и давай, давай их по кучкам раскладывать. А в квартире есть домино? Есть. Покажите. Да, пожалуйста. Все на месте. Про то, что Эльдар сбил старушку, знаете? Конечно. Вчера просил Димку соседа сменить показания. Бабка ж на красный перебегала. Говорят, на зеленый. Я вам так скажу. Ильдарка этого соседа обмешулил на рынке, тот и решил с ним поквитаться. Я так понимаю, они не договорились? Не-а. Пришел вчера злой, как собака. А вам он зачем нужен? Дмитрий Волков убит. Да вы что? Есть соображение, куда Эльдар мог податься? Куда угодно. Деньги у него есть. 1000-3, может, больше. Знаешь, сбежать мог куда угодно. Это такое, что не пропадет. Ладно, спасибо большое. До свидания. Думаю, вот как все было. Эльдар пришел к Дмитрию еще раз уговорить его поменять показания. Тот отказался. Эльдар вскипел и тюкнул его молотком. Ну да, темперамент. Угу. Подаем его в розыск. Да. Да, оперативно сработали. Угу. А после ДТП машину Эльдара на время следствия поставили на площадку ГАИ. Ну, а тот не растерялся, договорился с одним из торговцев на рынке, чтобы тот отвез его в Белгород. Ну, а при въезде в город Эльдара и задержали. Пусть это звучит наивно, но если побежал, значит, виноват. Кстати, криминалист обнаружил в квартире убитого фрагменты чужих отпечатков пальцев, которые принадлежат ни убитому, ни его жене, ни его тестю. Ну, если отпечатки не принадлежат близким, это еще не значит, что они принадлежат Эльдару. Или вы думаете иначе? Ну, а что гадать? Вот копия протокола допроса. Все, ребята, готово. Спасибо, Николай Иванович. Эх, была у меня белая полоса. Думал, денег заработаю, дом куплю, инжир посажу, сад будет. Хватит философствовать. Рассказывай, как убивал Волкова. Да посмотри на меня! Я торговец. Я только деньги считать умею. Какой из меня убийца? А ДТП со смертельным исходом? Да я тебе мамой клянусь. Бабка сама выскочила на красный. А этот Дима, он мне просто отомстить захотел. Но раз ты не виноват, почему сбежал? Испугался я. Ты посмотри. Великий азербайджанский баснописец. Води его, Саша. Вставай. Давай, давай, вставай. Пару дней посидит, сам признается. Соседи! Есть кто дома? Михей, что с тобой? О, Боже, кто это тебе так? Ну ничего, я сейчас милицию приведу. Чего я слушаю? Павел Иванович,
А, Сокол, привет. У нас тут убийство. Так. В левой руке убитого домино. Комбинация дубль 2. Говори адрес. Николай Иванович, ну ты глянь. Просто все как под копирку. Удар по лбу тяжелым металлическим предметом и в левой руке доминошка. Случаются, конечно, совпадения, но такие. Ну что, дозвонился, когда Чугай будет? Минут через 20. А вот и второе убийство. На крыльце своего дома убит фотограф Михаил Бриган. И опять домино. Ну что думаете? Есть мысли? Ну, если убитые между собой не знакомы, то похоже на серийного убийцу. Тем более, что кое-какой намек вы мне уже дали. Незнакомец в плаще. Можно на него еще раз посмотреть? Разумно. Сейчас. Вот. У вас хорошие аналитические способности. Спасибо. Валерий Петрович Гаевский, сосед их. Зашел к Мишке одолжить гвоздей, а тут... Надо же, Валю 3 дня назад скорая отвезла, теперь Мишка. А Валя это кто? Жена его. Вернее, вдова теперь. А что с ней случилось? Да вроде аппендицит пошаливал. А они только вдвоем жили? Да какой там. В мае к Вале брат из зоны вернулся. Откинулся. Весело нам тут теперь. И что, брат, хулиганит? Да не работает. В карты режется, пиво литрами жрет. А где он? Бог его знает. А они вчера, кстати, с Мишей поругались. Дима, фотоаппарат, сволочь! Ты цапнул! Урка! Больше некому! Или дружки твои? Тихо, тихо. Что ты тут разорался, а? Да я тебя, тварь, засажу! Не хочешь на свободе? Там сдохнешь! В котором часу? Часов 6 вечера. А как этого Генку найти? С кем он общается? Да с такими же урками. А хороший был парень. На баяне играл. Так вот же он! Вон он! Павлович, держи его! Стоять! Стоять! Стой! Стой, сказал! Попался, Павлович? Мужики, ты что за кипиш, а? Вперед! Руку! Кто это, Сокол? Шурин убитого! Чего? Украл у него фотоаппарат, а потом с ним подрался. На, смотри. Погоди, начальник, это мир? Сцены не разыгрывай, клоун. Это не я. Если вы думаете, что это я, то это не я. А кто? Я видел, как ты Мишку ударил. Слышь, фраер, хлебало прикрой. Тихо, будь. Деньги откуда? Мои. Ага. Скажи еще, что на работу устроился. Это приобщаем к делу. Значит так, Сокол, веди этого красавца в машину, в отделении разберемся. Вперед. Нет, ну что у тебя, Альберт Николаевич? Кто ей бульон повезет? Удар молотком. Время приблизительной смерти около 9:10 часов вечера. Ага. Молоток такой же, как и с первого убийства. Коля, ты сравнивал? Домино идентичны? Они, Пашенька, как из одного набора. И молотки, как из одного магазина. Отпечатков нет. Слишком много совпадений. Пока ясно только одно, что Эльдар не убийца. Саш, езжай в больницу к жене убитого и поспрашивай про мужа, брата. Только аккуратно. Понимаю. Коль, экспертиза по первому убийству готова? Паш, я честно зашиваюсь. Варченко на море, Петрович в деревне пузо грет. Я за всех пошу. Ну, для тебя сделаю исключение. Хорошо, спасибо. Ну что там жена убитого? К ней не пускают. Брат вчера мороженое принес, ей плохо стало.
Это вам от Николая Ивановича. Экспертиза по Ильдару. Отпечатков пальцев Ильдара в квартире не обнаружено. Будем отпускать? Да какой отпускать? Он от следствия бежал. Пусть сидит. Ладно, надо выяснить, что общего между этими убийствами. Может, Волков у Бригана фотографировался? Может. Захвати фото Волкова, Татьяны, Эльдара и Генки. Поедем в фотоателье к Бригану на работу. Вот, кроме Генки, я здесь никого и не узнаю. Понятно. Вот так. Видишься с человеком, здороваешься, делишься новостями, а потом одни воспоминания. Так а Шурина его вы знаете? Бегло. Миша вчера жаловался на этого паскудника. Он у него фотоаппарат украл, салют С. А он без малого 450 раз стоит. Понятно, откуда у него деньги. Угу. Скажите, а Бриган вчера весь день на работе был? Сука приехал на работу. После обеда поснимал на Сумской. Рабочие пленки и фотографии мы временно изымаем. Ну, раз такое дело, пожалуйста. Вот они. На работу на машине приезжал? Да, ставил у окна. И я вспомнил, вчера утром он выходил и через час вернулся довольный. Опача! Мишаня, а что ты такой довольный, как будто со свиданки вернулся? Жена в больнице, а ты по бабам, по бабам. По бабам! Да было дело, на прошлой неделе подвозил. Поговорили, познакомились. Надо, Петя, уметь пользоваться моментом. Ой, ой, ой! Самец! Ай, труха! Ай! А что за женщина? Фамилию не помните? Извините, но я всех барышень его и не упомню. Значит, жене он изменял. Ну, я бы так сказал, не упускал возможности. Может, Генка решил за сестру отомстить? Ну, чего угадать. Спасибо большое. Давай завтра его на допрос и узнаем. Рассказывай, как Бригана убивал! Начальник, что за предъявы? Ну, Буринов не согласен, ну, люди не ангелы. Ты спер у него фотоаппарат. Ругались. Факт? Факт. А вечером Бригана убивают. Вот это лежало в левой руке твоего Шурина. А вот это в левой руке Дмитрия Волкова. Зачем убил первого? Да никакого Волкова я знать не знаю. Фотоаппарат стырил, ну, чтобы сеструхе в больничку съездить. Ты смотри, какой любящий брат нарисовался. А чё этот урод ни разу к ней не съездил? Всю жизнь от Валюхи гулял. Так, пиши. Подробностях. Где, с кем был вечером 18 июня и вечером 21-го. Так, ну у этого Генки есть алиби и на первое, и на второе убийство. Хотя фотоаппарат у Шурина он действительно украл. На старое потянуло. А я знаете, что подумал? Ну? Есть кое-что общее у этих двух убитых. Что же общее у них есть? Смотрите, Волкова убили, когда его жена была в командировке. Фотографа Бригана, когда жена лежала в больнице. Ну, да, есть некое сходство. Да, и вот какая штука. Бриган гулял от жены. А что, если первый убитый тоже ходил налево? Вы думаете, в этом надо искать мотив? Не знаю. Но, кстати, Чугай решил поговорить с женой Дмитрия Волкова именно об этом. Проходите. Так что вы хотели у меня спросить? Татьяна, возможно, мой вопрос будет вам неприятен.
У вашего мужа была любовница? Да вы что? Какая любовница? Кто вам такое наплел? Чайник. Извините. Такая жара, она еще чай пьет. Хоть бы дождик пошел. Сокол, смотри. Ну так что? Ну, не будем вас задерживать. Саш, пошли. Что, приходили только с этим вопросом? До свидания. Работнички. Да, дождя не предвидится. Павел Иванович. Ау. А чего вы Сережку жене не отдали? Помнишь, сосед сказал, что в день убийства Дмитрий на площадке гардину развешивал? Ну, помню. Делал генеральную уборку перед приездом жены. И что? Так вот, эта Сережка на гардине могла появиться только в день убийства. Татьяна уже несколько дней дома. Это могла быть и ее Сережка. Ты ее уши видел? Они у нее не проколоты. Точно? Угу. У нее здесь ничего не было. Ладно, поехали к нему на работу. В коллективе о личной жизни могут знать больше, чем дома. Что вы? Дима был очень порядочный человек. И с Танюшей у них все было хорошо. Вам знаком этот предмет? Вообще-то такие были у нашей секретарши. У Галочки. Ну, она любит такие побрякушки. Ну, хорошо. Зовите сюда вашу Галочку. Да-да. Галя! Галочка! Классический вариант. Начальник и секретарш. Здравствуйте. Это вы меня звали? Здравствуйте. Присаживайтесь. Это ваша Сережка? Моя. А где вы ее нашли? Я недавно обе потеряла. А вы вторую не находили? Где вы были в пятницу, 18 июня? 18-го? В Песочине. Поехала к матери на выходные. В котором часу? Днем, вечером? Ну, после обеда отпросилась с работы. И почему вы спрашиваете? Пишите адрес матери в Песочине и время рейса, которым вы приехали в пятницу. Стала действенной формой социалистического соревнования всех укрупненных комплексных бригад таллинских докеров. Только внедрение нового метода погрузки цемента крупными пакетами вместо бумажных мешков, которые часто рвались, позволило полностью снизить потери на этой операции. А производительность труда выросла почти в три раза. Соревнуются достойно встречу 60-летнего юбилея СССР. Продавники из Сони решили отправлять каждое судно в рейс. Сколько резко проходить? Это их конкретный вклад в развитие народного хозяйства страны. Доброе утро, Павел Иванович. О, привет, Саш. А это что? Пленки фотографа Бригана отпечатали. Опа. Да, и по секретарше. Соврала Галя. Не было ее в пятницу у матери. Я так и предполагал. Она приехала в Песочин только субботу утром. 7-часовым автобусом соседка подтвердила. Ну, значит, давай ее на допрос. Хорошо. Да, Чугай слушает. Соколов? Да, у меня. Что? Ага, где? Наш клиент. Здорово. Привет, ребята. А где все? Опера по этажам рысачат. Румянцев пошел санитаров встретить. Спасибо, что сообщил. Это все Альберт Николаевич. Домино, как увидел, говорит, сразу ноги в руки и вызывай Чугая с Соколовым. Это вы трупы обнаружили? Я. Саш, выпроси. Пройдемте. Ну, мы, Коля, с тобой делом займемся.
Альберт Николаевич время смерти установил? Румянцев предположил по времени 8-10 часов вчерашнего вечера. Угу. Удар узкой частью бойка, как и в двух предыдущих. И главный вещдок. 7 дублей в наборе. Интересно, последним будет дубль пусто? Коля. Костяшка не новая, но пользовались ими немного. Состояние у всех одинаковое. А что с замками? Не тронуты. Убийцу он пустил сам. Понятно. Вы лично убитого знали? Жора мастером в нашем ЖЭКе работал. Хороший парень, спокойный. Выпить, правда, любил. Врач-психиатр Леонид Токарский, придя в гости к своему зятю Дмитрию Волкову, обнаружил его мертвым с проломанной молотком головой. В руке убитого сыщики нашли костяшку домино. В течение недели в городе было совершено еще 2 убийства с таким же почерком. Жертвы – мужчины, незнакомые друг другу. Преступник всегда в руке своих жертв оставлял костяшку домино. Сыщики решили отработать круг знакомых всех 3 убитых. Решили, что скорее надо искать общую знакомую женщину. Скажите, а женщина у него была? Один жил. А недавно решил с водкой завязать совсем. Взялся за ум. И что ж сподвигло его на этот подвиг? Хотел вернуть былую любовь. Ну все, тетя Зоя. Принимай работу. Золотые руки. Дай бог тебе здоровья, Жорочка. Печурочку возьмешь? Сказал же, соседи денег не беру. Хороший ты парень. Борщика нальем. О, это дело. Садись, свеженький. Старалась. О, чуть не забыла. О, тетя Золь, не пью. А что такое? Не заболел? На прошлой неделе к сестре ездил, подругу встретил. Институтская любовь моя. Да ты что? Угу. Говорит мне, что ж ты, Жорка, так опустился? А ты ж на потоке самый красивый парень был. И то правда, Жорочка. Парень ты видный. Угу. Так что все, пить я бросил. Спортом займусь. Мне и устроить. Ну, и женюсь потом. Ну, молодец. Угу. Он не сказал, как зовут институтскую любовь? Не сказал. А родственники у него есть? Сестра. В Полтаве живет. Она, когда Жора пил, адресок свой оставила. Я сейчас принесу. Угу. Саша, заканчивай тут и вези секретаршу на допрос. Хорошо. Вы соврали нам, что уезжали в пятницу. Да, соврала. Отпросилась пораньше с работы, чтобы пройтись по магазинам. А свидетелей, конечно же, нет. Эту сережку мы нашли в квартире вашего начальника Дмитрия Волкова. В пятницу вечером вы были с ним. Да вы что? Я с Дмитрием Александровичем? Значит так. Вот мои сережки. Я их нашла, а это чужая. Вы их сейчас по дороге купили? Да какое сейчас? Их еще месяц назад размели. Саш, смотри. А у кого еще у вас на работе есть такие сережки? Ну, я как на работу пришла, все стали спрашивать, где я их взяла. Надежда Николаевна стала первая примерять. Галк, признавайся. Комиссионки купила. Подруга из Москвы привезла. Слушай, пусть мне привезет, а? Да ладно, шучу. Я их в Доме торговли купила. Только не выдавай меня. Понятное дело. А где вы были вчера вечером? С подружками в кафе. В парке Шевченко. Ладно, Галя, идите. И советую вам больше не врать. До свидания. До свидания.
Значит, что у нас получается, Саш? Надежда, любовница Дмитрия Волкова. Бригана она была в фотоателье, он бабник, у них могла быть связь. А с мастером из ЖЭКа? Мы не одногодки. Возможно, именно она и есть его институтская любовь. Значит так, давай мне список одногруппников Георгия Житкова. А вот и список из института. Чугай оказался прав. Убитый мастер из ЖЭКа действительно учился с Надеждой Зубаревой в одном институте. О, у вас новая версия? Нет, версия та же. Подозреваемая другая. Так, и какая же? Смотрите, никаких догадок, только факты. Надежда Зубарева была в квартире Дмитрия Волкова в день убийства. Там нашли ее сережку. Угу. Фотограф Михаил Бриган ее фотографировал. А у мастера ЖЭКа в институте была большая любовь, и она училась с ним в одной группе. Всех этих трех убитых, которые друг друга не знали, объединяла одна женщина. Артем. Я еще занят, мам. Я не знаю, кто придет в гости. Какая еще Наталья? Мам, ты опять за свою? А, Наталья Петровна. Пражский. Ну хорошо, я постараюсь. Ага, так. Добрый вечер, ребята. О-о-о. Николай Иванович, а куда это вы собрались? В ресторан? Угадал. Иду на встречу выпускников. В понедельник? Ну, построились под одного. Он в Москве работает, теперь шишка. Так это будет встреча выпускников с ним. Я вам тут экспертизу принес. Вот. Я смотрю, вы хорошо подготовились. Ну, 30 лет со дня окончания – это не шутка. Да, это срок. Документы и отпечатка в квартире Дмитрия Волкова принадлежат Надежде Зубаревой. Это было ожидаемо. Ладненько, если вам больше не нужен, я пошел. Ага. Учтите, завтра до обеда меня не будет. Хорошего вечера. Спасибо. Так, Саш, давай завтра эту Надежду на допрос с утра. Да, кто это? Паша! Алло! Это я! Коля, ты на время смотрел? Нет, еще не смотрел! Мой наказчик Вадик Морозов приехал из Горького. Он уже 10 лет в Горьком живет. Я рад за него. Паша, нам надо встретиться. Срочно. Это по твоему делу. Коль, давай все дела утром. Привет. Вадим, Павел. Приятно. Взаимно. Будешь? Нет, спасибо, я не буду. Ну, как хочешь. Слушай, Паш, 15 лет назад Вадик вел в Харькове дело одного сумасшедшего. Так. Его звали Женечка. Так этот Женечка продырявливал манекену дырку во лбу, краской рисовал кровь, а к левой ладони приклеивал домино. С ума можно сойти. Угу. Сначала дирекция дома торговли оформляла все как порча имущества. Ага. Вредителя долго не могли найти. А потом он сам позвонил и признался в убийстве. Вот она. Сюда, сюда, идите. Вот она. Вот она. Это я убил Катеньку. Я думал, она хочет меня бросить. Я убийца. Арестуйте меня. Ну ты, парень, даешь. Чего себе. Угу. Женечка работал грузчиком, спер несколько манекенов. И мы его сразу сдали в психушку. То есть, возможно, этот Женечка вышел из психушки и теперь проделывает это с людьми? Возможно.
Я тут вам по памяти кое-чего написал. Ну, я надеюсь, пригодится. Ну, спасибо. Рад. Ну что, за знакомство? Интересно. Проходим. Проходим. Присаживайтесь. Ну, Надежда, вам есть что сказать? Да. Да, мы с Димой были любовниками. И я была там в пятницу. Но я его не убивала. Во сколько вы от него ушли? Без 5:09, я еще глянула на часы. Кто видел, как вы выходили? Да никто не видел, вообще никто. Машина только какая-то заезжала, фарами меня ослепила. Что за машина? Да не знаю я, голубые «Жигули» какие-то. С Дмитрием вы встречались. Фотографу Бригану позировали. С Георгием Житком учились вместе. И говорят, у вас с ним была большая любовь. У каждого в руках была найдена костяшка домино. Друг друга мужчины не знали. Единственный мостик – это вы. Да у вас неправильные выводы, товарищ следователь. Фотографа я видела всего один раз, а с Жорой встречалась не я. А кто? Да у них была любовь с Таней Волковой, женой Димы. И любой из нашей группы вам это подтвердит. Да, но она не училась в вашей группе. Верно, она была на параллельном потоке. Урок какой-то. Я же встретила его в субботу, когда из командировки вернулась. А где вы его встретили? На автовокзале. Где вы были вечером 21 июня и вечером 24-го? Я прошлую неделю провела у подружки. Не могла здесь находиться. Понятно. Хорошо, спасибо. До свидания. До свидания. А это интересно. Слушайте, 15 лет назад уже была подобная история. Только не с живыми людьми, а с манекенами. И знаете, кто был лечащим врачом этого психа? Кто же? Ну, говорите, говорите. Леонид Токарский. Отец Татьяны. Жены первой жертвы. Совершенно верно. Надо искать этого Женечку, Евгения Сичкарева. Вот только незадача. Псих Женечка умер 5 лет назад. Значит, все-таки серийный убийца? Да. Но вместо женских манекенов он убивает мужчин. Но откуда убийца знал, по какой схеме Женечка убивал манекена? Ну, к примеру, лежал в одной палате в психушке. У Токарского надо спросить. Это же его пациент. Надеюсь, он не станет следующей жертвой. С мужа убийца начал, значит, может закончить отцом. Возможно. Я не удивлюсь, если кто-то решил повторить прием Женечки на людях. Он рассказывал свою историю всем подряд. Это усложняет задачу. У нас есть опасение, что этот имитатор может добраться и до вас. Простите? Да. Да, Зинаида Ивановна. Карточку? А это срочно? Ну, хорошо. Простите. Да, конечно. Да, она у меня. Хорошо. Еще раз этот ящик откройте. Какой? Этот. Вот за что люблю домино, так это за характерный звук. Ни с чем не спутаешь. Домино, обнаруженное в ладонях убитых, из вашего набора.
На вашей рубашке обнаружены следы крови Бригана и Житкова. Да, 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 это я их убил, всех троих. Почему вы их убили? Дети, я терпеть не мог. Ну, а эти, чтобы вы подумали на серийного убийцу. Понятно. Ну, видите его. Павел Иванович. О. Монтакарский был дома в то время, когда был убит его зятя. Знаю. И соседка это подтвердила. Тогда зачем он себя оговаривает? Надо сделать только одно действие. И все остальное раскроется, как эффект домино. Артем, я смотрю, вы уже что, закончили дело? Нет, я как раз ему занимаюсь. Угу. Разгадал вашу загадку. Что вы имеете в виду? А то, что я узнал, как называется этот костюм. Он называется домино. Угу. Домино – это только прикрытие. Маскарадный костюм. Под маской серийного убийцы скрывается расчетливый преступник. Да, загадку вы разгадали. Но что же произошло на самом деле? Дело раскрыл один звонок. Сыщики дозвонились в Полтаву сестре третьего убитого Георгия Житкова. Угу. Выяснилось, что брат приехал к ней в пятницу поздно вечером. Да, правильно. И как это продвинуло дело? А то, что Татьяна не могла его в субботу встретить на автовокзале. В это время он был у сестры в Полтаве. Вы вернулись в Харьков на день раньше. Вас узнал водитель автобуса Донецк-Харьков. Да что вы от меня хотите? Я и так все на нервах. Папа в таком признался. Как жить? Ваш отец убил фотографа Бригана и Георгия Житкова, но убить вашего мужа он никак не мог. Никак. Алиби, которое он никак не мог опровергнуть, хотя очень хотел, чтобы обвинили именно его. Ну что, признаваться будете? Хорошо. Тогда давайте я попробую восстановить картину вечера пятницы. Вы вернулись в 8 вечера. На платформе встретили свою институтскую любовь. Георгия Житкова. Он ехал к сестре в Полтаву. Вы остановились с ним поболтать. А когда возвращались домой? Свободного такси не оказалось. Пришлось ловить частника. Остановил Бриган. Тот не упускал шанс подвести симпатичную девушку. Вы подъехали домой и увидели, как из вашего подъезда выходит ваша подруга. Она нам рассказала, что фарами ее ослепила машина. Голубые «Жигули» Бригана. Она вас не увидела? Но вы ее рассмотрели очень хорошо. Ваша догадка подтвердилась. Надежда и ваш муж – любовники. Ну что, может, дальше сами расскажете? Это случайно получилось. Это же ее сережки. Ее? Я так и знала! Как нам теперь жить дальше? Тань, давай разведемся. Ты себя слышишь? Сволочь! Так, хватит истерик. Я пошел собирать чемодан. Не пущу. Таня, я тебя прошу. Я позвонила отцу.
У второго. Дай платок. Уберем следы и ко мне. Хорошо. Так, завтра поедешь на автовокзал, встретишь донецкий автобус и спросишь у пассажиров ненужный билет. Это для алиби. А ты? Ну, я. Я вернусь завтра утром сюда. Обнаружу труп. А ты поедешь часом позже, только вернусь. Ну, соберись. Потеряла паспорт в машине мужика, который меня подвозил. Как? Не знаю, когда сумку доставала, увидела Надьку, все внутри затряслось, и думаю, тогда он и выпал. Ты номер машины запомнил? Нет. Он визитку оставил. Давай. Вот. Бриган Михаил. Фотограф. Позвонишь? Предложишь вознаграждение, заберешь паспорт. У вас домино есть? Домино? Так надо. Не задавай лишних вопросов. С Бриганом мы встретились в понедельник утром на вокзале. Он отдал мне паспорт, я ему 10 рублей. Вот почему он был так доволен. Помните, его напарник нам говорил? Угу. Вот все и складывается. Мужа убили вы, фотографа Бригана и Георгия Житкова убил ваш отец. Убрал ненужных свидетелей под видом серийного убийства. И запутал следствие своими загадками с домино. Вот и все, Татьяна. Водите ее. Вот позвонила бы сразу в милицию, и Бриган с Житковым остались бы живы, и срок бы меньше получила. Да, тут и отец оказался плохим советчиком, и прежде всего для себя. Татьяна получила 12 лет, ну, а ее отца приговорили к исключительной мере наказания. Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел, истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики, они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас. Особый случай. Чё ты стал посреди дороги? Ты чё, из тайги? Нет, я из тундры. Ага, понятно. Тебе куда? В общежитие политеха. Политеха. Ладно, садись, подвезу. Солянка удалась на славу. Правда? А я переживала, что тебе не понравится. Ты же говоришь, что не любишь почки. Нет. Я не люблю почки, как самостоятельное блюдо. Король. Сиди, сиди. Я открою. Хорошо. Чингис? Герочка, кто там? Юренька, это курьер. Ты откуда? Ты зачем? Ты как меня нашел? Да ты что ты напялила? Тебе что, одеть нечего?
вырядилась на базар в новом платье. Слушай, Майя, я что, как чучело должна ходить, а? Кстати, Маринке мама все разрешает. Она даже ей свою одежду дает. Мать твоя Маринке лохудра. Мужиков домой водит. Слушай, может, и ты начнешь, а? А то вдруг и подобреешь. Ах, ты ж самуха малолетняя! Что такое? Мама! Ксюша, иди сюда. Уходим отсюда. Пойдем. Сейчас милицию вызовем. Все, успокойся. А что вы там делаете, Алла Матвеевна? Ширму себе купила. Вот. Интересно. От меня прятаться? Ага. От вас спрячешься, как же. Для дома. Но даже ширмой здесь было уютнее. М? Согласен. Да? Согласен. Ну что, уже посмотрели дело? Да, вот лето 85-го года в Одессе, в сквере Херсонский. Убит молодой человек. На место выехала опергруппа во главе с Нестором Ивановичем Головиным. Угу. Скажите, пожалуйста, вы знали убитого парня? Если б знала, я бы уже давно тебе сказала. Хорошо, а вы? А ей откуда знать? Она 8 класс только закончила. Нет, я его не знаю. Послушай меня сюда. Я здесь вечером никогда не хожу. Потому что или ограбят, понимаешь, или прибьют. Чертям собачьим. Ну да, у вас тут фонари вообще не горят. Да, да, мы соседку вот год назад раздели, разули у 7 часов вечера. Всем доброе утро. Доброе утро. Нестор Иванович Головин, следователь. Здрасте, здрасте. А Роман Иванович сейчас не ваш братец? Телемастер? Мастер, мастер. Нет, однофамилец. Жаль. А то б я ему привет передала. Пламенных. Наслышан, но ничем помочь не могу. Толя, давай ближе к делу. Две гражданки, спасибо большое. Прошли на базар, обнаружили труп неизвестного в 6:30 утра. Ага. Теперь уже нет. Вот пропуск для прохода в дворец студентов. На имя Шагдаров Тимур. Ага. Одесский политехнический институт. А, значит, учиться издалека приехал? Ну, судя по фамилии и внешнему виду, да. Денег при себе не было. Иваныч, ну какие у студентов деньги, ёк-макарёк. Что там с орудием убийства? Искали, Нестор Иванович. Нигде нет. Плохо искали. Игорь, что там у тебя? Нестор Иванович, по моей части могу сказать, что смерть наступила примерно с 8 вечера до 12 ночи. От ножевого ранения в сердце. Понятно. А что это блестит? Кажется, медиатор. А, это то, чем по струнам бренчат. Медиатор – простой аксессуар для игры на гитаре, чаще всего изготовлен из пластика. Благодаря его геометрической форме музыкант извлекает разные по характеру звуки и вырабатывает собственный, отличный от других, стиль игры. Медиатор для игры на гитаре стоит в СССР 0,5 копейки, поэтому в магазине всегда продавались два медиатора. При всей дешевизне многие любители гитары делали медиаторы сами. Те, что продавались, были недостаточно эластичны, часто ломались. Самодельные медиаторы вырезали из школьных линеек. Предпочтение отдавали линейкам ярких цветов. Особо увлеченные в своем творчестве не останавливались ни перед чем и мастерили медиаторы из стекла, дерева и даже монет. И о чем это нам говорит? Что либо убийца, либо убитые играли на гитаре. Музыканты? Да. Вот что, Толя, ты поезжай в институт, найди кого-нибудь, который сможет опознать парня. Ну, а я тут с дамами разберусь. Добро, сделаем. Ну, а вы на гитаре играете? На нервах она только играет. Ой, ма! Добрый день, оперуполномоченный Гусев. Борислав Геннадьевич Славин, теория машин и механизмов. Луиза Васильевна Тоцкая, преподаватель электротехники. А вы по какому поводу? Убит ваш студент. Господи. Шагдаров Тимур. Тимур. Как?
утром обнаружили его тело прохожие. Ой, такой умный мальчик был, лучший студент. Золотая ж голова. Я так понимаю, он не отсюда? Да, знаю, что приехал откуда-то с севера. Все, некогда было спросить, откуда он точно. Угу. Ой, как жаль Тимура. Он такой дисциплинированный. Я думала, в науку пойдет. Мне нужно, чтобы кто-то из вас проехал со мной в морг на опознание. Я поеду. Хорошо. И скажите, можно от вас позвонить? Да-да, конечно. Следователь Головин, слушаю. А, это ты, Толя? Ага, что там у тебя, был в институте? Ага. Хорошо. Ну, значит, в морге встретимся. Он тут ко мне Травкин зашел. Толику привет передавайте. А, вот тебе привет передает. У меня есть кое-что интересное. Говорит, что есть кое-что интересное. Ага. Ну, добро, давай, через полчаса в морге. Да, давай. Ну, что там у тебя, Иваныч? Вот. В морге перед скрытием обнаружили. В маленьком кармашке на джинсах. Это такой маленький, пистончик. Ну да. Ага. Ну, и что там? Если хорошо присмотреться, то здесь дата 26.06. Ёк-макарёк. День убийства. Ну, интересно. Ну-ну. Остальные буквы сильно залиты кровью. Что это? Пока разобрать не могу. Ты же над этим поработаешь? Ну да. Записка-то написана ручкой. Надеюсь, что-то получится из этого вытянуть. Давай, Иваныч, давай. Вот надо, аж не могу надо. Все, я в морг. В Одесском сквере ранним утром прохожие обнаружили труп молодого мужчины. Он скончался от ножевого ранения в сердце. В его кармане лежали документы на имя Тимура Шагдарова, студента политехнического института. В учебном заведении сообщили, парень приехал с севера, был одним из лучших студентов на потоке. В кармане джинсов убитого сыщики нашли небольшую записку, залитую кровью. В ней можно было распознать только дату – день смерти студента. Проходите. Здравствуйте. Добрый день. Смотрите, я сейчас открою лицо, вы внимательно смотрите и подтверждаете личность. Хорошо. Это не он. Вы уверены? Похож, но это не Тимур, я совершенно точно говорю. Понимаете, дело в том, что с телом человека происходят посмертные изменения. Жертва потеряла много крови. Черты лица заострились. Я все понимаю. Но это не он. Нос другой. У Тимура губы тоньше и лоб как-то пошире. В таком случае, где нам найти настоящего Тимура? В общежитии. Я дам адрес, а номер комнаты вам подскажет вахтер. Ну, пройдемте. Здрасте. Здрасте. А вы кто? Я следователь из прокуратуры. Зовут меня Нестор Иванович Головин. Кирилл Поляков. Сынок, мы ищем Тимура Шагдарова. Тему? Так он в больницу попал. А что с ним? Так, говорят, что его избили. Я ничего не знаю. К нему не пускают. А в какой он больнице? В четвертой вроде. Скажи, Кирилл, а близкий родственник у него есть? Да. К нему брат недавно с севера приехал. На 5 лет старше Тимура. Он снял комнату где-то на Молдаванке. А конкретно где на Молдаванке? Я не знаю. То есть убит... Не студент политеха Тимур Шагдаров? Mm-mm. Это был его старший брат Чингиз. Так, а сам Тимур в больнице? Да? Да. Ага, вот заключение. Так, заключение врача. Гематомы на лице, ушиб затылка, сотрясение, сломаны 2 ребра.
Слушайте, его крепко избили. Да что ж получается? Один брат убит, а второй еле живой в больнице? Да, какие выводы? Выводы? Ну, не знаю. Скорая подобрала Тимура недалеко от места убийства старшего брата. Я думаю, что это дело рук одних и тех же преступников. Сыщики отправились к Тимуру в больницу. Здравствуйте. Мы ищем Тимура Шагдарова. Я так понимаю, это он? Здравствуйте, да. Вы по поводу избиения? А вы потерпевшему кто? Одногруппница. Как вас зовут? Я Чернышова Ирина. Ирочка. Скажи-ка, Ирочка, у тебя есть какие-то соображения? Кто его так избил? Может быть, он ссорился с кем-нибудь? Прошлую пятницу мы пошли на дискотеку в парке Шевченко. Злачное место. Музыку там крутят классную, но драки постоянно. Первые дискотеки в СССР провели в 1976 году в Прибалтике. И уже к концу 70-х волна дискотечного движения прокатилась по всему СССР. Вокально-инструментальные ансамбли на танцах, исполняющие песни отечественной и зарубежной эстрады, уходили в прошлое. Считалось, что запись лучше живой музыки. Смелые диджеи ставили западную музыку, находя этому нужное идеологическое объяснение. Борьбой чернокожих за свои права, если ставили Бонни М или Ирапшн. Рабочим происхождением участников, если звучала Абба. Танцевальное движение на советских дискотеках – воспроизведение того, что удавалось увидеть по телевизору или в кино. С началом перестройки цензура в отношении к танцевальному репертуару дискотек ослабла. Музыка практически полностью стала состоять из западных композиций. Летняя дискотека открывалась в 20:00. На случай потасовок дежурила милиция. Иногда драка приобретала массовый характер. За пределами дискотеки дежурил милицейский луноход «УАЗик» с цельнометаллической крышей. Он беспрепятственно въезжал на танцплощадку и подавлял беспорядки. Когда уходили с дискотеки, к Тимуру с Чингизом прицепились какие-то хулиганы. О, вон эти узкоглазые, с девкой. Слышь ты, Чукча, это ты мне? Тебе, а кому? Ты за Чукчу ответишь? Чего? Не, подожди. Слышь ты, чтобы я тебя и тебя больше здесь не видел. К оленям своим шуруйте, олени воды. Понял? Не понял. Так сейчас поймешь. Ах ты ж, подожди, чего? Сыпай спала, валим! Валим! А они не чукчи. У них мама русская, а папа бурят. Просто они работали там. А ты этих хулиганов знаешь? Сипай, Шпала и, кажется, Смалец. Смалец? Вроде да. Ага. А этих хулиганов тогда поймали? Нет. Мы все убежали. Тимур не захотел писать заявление, сказал, что это не по-мужски. Тоже мне герой, ёк-макарёк. Вот и я говорю. Мы когда убегали, эти хулиганы крикнули вслед, что они найдут Чингиза с Тимуром и убьют. Плохо? Да. Надо найти Чингиза, сказать, что Тимур в больнице, и предупредить, что могут напасть на него. Поздно, девонька. Сегодня утром Чингиза нашли мертвым. Кошмар. Что же я Тимуру скажу? Да ничего не надо говорить. Мы сами. Вот что, Ирочка. Вот этот вот пропуск мы нашли у убитого. Это Тимур брату дал. 26-го у нас была репетиция концерта к защите диплома. Чингиз захотел посмотреть. А где Чингиз снимал комнату? Где-то на Молдаванке. Тимур знает, но он... Ну что ж, придется подождать, пока он придет в себя.
Ладно, пока спасибо. Спасибо. Вот оно что. У братьев незадолго до убийства был конфликт на дискотеке. Смалец, Шпала, Сипай. Известная компания районного значения. Кстати, Андрей Смолецкий, ну, по прозвищу Смалец, недавно вышел из колонии. Он отсидел за драку с применением холодного оружия. Для подозреваемого вполне достаточно. Да, я согласна. Ну, найти их не составило особого труда. Они все время собирались в одном и том же месте. И место это недалеко от сквера Херсонский, где убили Чингиза. Они тут собираются. Вон уже концерт по заявкам устроили. Родина Туркмения моя. Слушай, дай я сыграю. На, возьми медиатором попробуй. Да задолбали. Пели что-то нормальное. Тут репертуар только тюремный. Ну что, доигрался? До тебя уже с прокуратуры пришли. А я что-то не понял. Гражданин Владимир Степанович, что за предъявы? Мы же сидим, культурно отдыхаем. Вот этот самый деловой Смалец. Это Шпала. Тот Сипай. Всем встать. Я так понимаю, Смолецкий, Бахалов и Рогачев где были вчера вечером? На море купались. Во сколько? Как жара спала, пошли. Часов в 7. Вернулись когда? Часов в 10, в 11. Ты брешешь. Что вы забыли там ночью? Свидетели есть? Гости нашего города. А ты, я вижу, медиатором играешь на гитаре, да? Могу и без. Мои руки не для скуки. Дай посмотрю. На, посмотри. Это я забираю с собой. А что? У вас праздник намечается на день милиции, что ли? Шутник. Это откуда? Подрался? Да нет, ты что? Я вон Сипая бокс учил, чтобы мог за себя постоять. Да? Да. Угу. Этих знаешь? А что с ними такое? Этого убили. Ты что, знаешь, нет? Ну, видели раз на дискоре. Танцевали рядом. А свидетели утверждают, что не танцевали, а дрались. И угрожали найти и убить. Так вот, старший уже в морге, а младший в реанимации. Начальник, это не мы, не предъявляй. Значит так, тебя я как главаря задерживаю. Пройдем. Давай, пройдем. Шагай. А вы готовьтесь. Тимур скоро очнется, даст показания. Так что, если захотите признаться, к участковому и бегом. Здорово. Здрасте. Я в вещах Тимура покопаюсь? Пожалуйста. На это его тумба? Ну да. А как там Тимур? Не пришел пока в себя. А это что? Газета. Чья? Моя? У Тимура взял с кровати. Сало убери. Так, продам полдома, огород, три сотки, колодец, четыре комнаты. Он что, хотел дом купить? Я не знаю. Это точно его газета? Ну да. А ручка вот эта зеленая чья? У Тимура такая была. Где она? В сумке. А сумка за тумбой. Да. Продам дом. Так вот, зачем он карту купил. Какую карту? Вот. А говорил для брата, чтобы в Одессе не заблудился. Так. С салом осторожно. Угу. Вот как? А он в состоянии говорить? Ага. Ага. Хорошо. Скоро будем. Доброе утро. Звонили с больницы.
Тимур пришел в себя. Ему пока про смерть брата ничего не говорили. Ага. Ну, что там у тебя? Я был в общаге у Тимура, а адрес брата так и не нашел. Так что, где он снимал комнату, мы так и не знаем. Зато вот что нашел. А что там? А что это? Объявление. Продам дом. Продам дом. Они с братом хотели дом купить. Тимур даже для этих целей карту приобрел. Ага. Вот это уже интересно. Ну что, поехали к Тимуру. У него об этом и спросим. Держи. Здравствуй, Тимур. Я следователь из прокуратуры. Зовут меня Головин Нестор Иванович. Нам надо задать тебе несколько вопросов. Ну, как ты? Нормально. Вот и хорошо. Скажи, Тимур, когда ты последний раз видел своего брата? Днем 26-го. Почему вы спрашиваете? Что с ним? Тимур, твоего брата убили. Как убили? Он же этого не может быть. К сожалению, это так. Я рано потерял родителей. Чингис мне был как отец. Я понимаю. А кто это? Это те, кто и меня? Возможно. Мы выясняем. Скажи, Тимур, Чингиза нашли в Херсонском сквере. Скорая помощь забрала тебя неподалеку от того места. Что вы там делали? Мы договорились встретиться у трамвая на остановке возле сквера. Во сколько? 20:00. Я прождал Чингиза 40 минут. Думал, он заблудился. Ты говоришь, 20:00. Ну-ну-ну, а дальше что было? Когда я подходил к скверу, на меня напали. Начали избивать. А ты помнишь нападавших? Может быть, это те же хулиганы, которые пристали к вам на дискотеке? Нет. Этих было двое. Постарше. Я попытался бежать, но они меня догнали. Больше ничего не помню. Угу. А зачем вы должны были встретиться с Чингизом? Он собирался покупать дом. Хотели посмотреть и прицениться. Значит, у Чингиза были деньги? Он мечтал жить в Одессе. Ну, здравствуй, Тимурка. Братишка! Как? Вот так. Ты ж с дороги, голодный. Сейчас позавтракаем. На море потом поедем. Ты, кстати, надолго? Навсегда. Правда? Тут останусь. Дом купим. Жить вместе будем. А деньги ты откуда возьмешь? Обижаешь. Я ж не с пустыми руками приехал. Угу. Значит, дом хотели посмотреть. А почему так поздно? Чингис сказал, хозяин поздно возвращается. Ты помнишь, где Чингис снимал комнату? Да. На Красной Гвардии, у хозяйки. 8-й дом, квартира 4. Это здесь рядом. Ага. Ну что ж, Тимур, держись. Поправляйся. Пойдем, Толя. Пах.
Похоже, вырисовывается настоящий мотив. Деньги. Да, по тем временам дом стоил несколько тысяч. Вот-вот. Преступник знал, что братья хотят купить дом. И знал, что у них точно на это есть деньги. Хотите сказать, что Чингис носил постоянно всю сумму с собой? Думаю, нет, это слишком рискованно. Я думаю, что он хранил их в комнате, которую снимал у хозяйки. Убили? Ай-яй-яй, что творится? Да. А я-то думаю, где он пропал? Хороший же хлопец был. Да. Скажите, вы тут что-нибудь руками трогали? Только цветы полила, из подоконника пыль смахнула. А вещей у него только чемодан и рюкзак. Так, скажите, квартирант что-нибудь о себе рассказывал? Одесса ему понравилась. Красиво, говорит, у вас здесь море, тепло. А я ему говорю, к монаху эту жару. А он что? А он говорит, вот у нас, когда мороз, слеза к глазу примерзает. Лучше уж жара. Скажите, а надолго он комнату снял? На месяц у него проплачено. Так. Угу. А может быть, еще что-то говорил? Сидел, всю карту рассматривал. Спрашивал, как на Пушкинскую пройти. Угу. Понятно. Ну что там? Есть что-то? Ну так, немного. Часть имени, часть фамилии. А вот что вот это, никак не могу понять. Ну. Вот, держите. То ли улица, то ли часть фамилии, непонятно. Иткинская. Иткинская, Литкинская. Ёк-макрёк. Кто расшифрует, тому половина. В Одесском сквере ранним утром прохожие обнаружили труп молодого мужчины. Он скончался от ножевого ранения в сердце. Следствие установило, убитый Чингис Шагдаров недавно приехал в Одессу с севера. Тут учился в политехническом институте его брат Тимур. Его сыщики нашли в больнице. Тимур рассказал, он ждал брата в сквере, но тут на него напали двое неизвестных. Выяснилось, у погибшего Чингиза были деньги. Он планировал купить дом в Одессе. О, прибыли свежие силы. Ну что там? Ничего, вещи и вот фотография. Денег, соответственно, я не нашел. Ну, это понятно. А кто это посередине? Ну, явно не отец. Надо Тимура спросить, и все. А вы что разгадываете? Да мы тут думу думаем. Шифровщиком хочешь подработать? Можно. Давай. Держи. Давай. Так. Ну, 26 июня. Да ты ниже, ниже читай. Так. Ну, это получается ман, масло, масло. Ну, получается Роман Маслов, так? Я тоже так прикидывал. Ну, дальше. СД Линская. Это улица и точка. Улица Пушкинская. Роман Маслов. Ну, дальше я не разберу. Дом 16, 18, 46 или 48. О, а это уже что-то. Кстати, бабулька, у которой квартировался Чингис, сказала, что он постоянно интересовался улицей Пушкинской. Ага. Так-с, начало второго. Не мешало бы подкрепиться. Вот что, Толя, идем в столовую, покушаем, а потом мы с тобой поедем в больницу, спросим у Тимура за этот адрес. Угу. Ну как ты, Тимур? Доктор сказал, послезавтра выписывают. Ну, вот и хорошо. А у нас тебе еще несколько вопросов. Скажи, с кем должен был Чингис встретиться 26 числа на Пушкинской? Чингис? Вы меня удивили. Он в городе плохо ориентируется. Ходил только по карте. Какой-то
Роман Маслак или Маслов или Маслин? Первый раз слышу. Он бы мне сказал. Толя, а ну покажи фотографию. Это мы с Чингизом. А вот это посередине кто? Не знаю. Я маленький был. Может, кто-то из поселка. Хорошо. Тимур, мы сейчас уйдем, а ты все-таки подумай. Может, вспомнишь этого Маслюка? Договорились? Ну, так хорошо. А вот интересно. Через паспортный стол оперативник проверил всех граждан, прописанных на улице Пушкинской, которые могли бы подходить под данные из этой записки. Это же сколько надо было данных перелопатить вручную. Все-таки же не компьютер. И это дало результаты. Из нескольких сотен человек подходящими оказались только двое. Роман Маслак и Герман Маслиевич. Маслак проработал всю жизнь за конструкторской доской. А где работал второй? Толя, ни за что не догадайся. Где? А там, где золото роют в горах. На Полярнинском горно-обогатительном комбинате в Магаданской области химиком-технологом. Так наши парни оттуда. С 69 года по 71 год компания «Северо-Восток Золото». Химиком-технологом. Сейчас трудится в ней физики и химии. Слушай, а может быть, это он и есть на фотографии? По возрасту и по годам вроде подходит. Так давайте его тряхнем. Побеседуем. Тем более, что он сейчас в отпуске. Поехали. Герман, дома. Проходите, пожалуйста. Герочка. О, мы помешали? Ничего, ничего. Гера. Тут тебе товарищи из прокуратуры и милиции пришли. Откуда? С прокуратуры? Вы проходите, пожалуйста, садитесь. Садитесь. Слушаю вас. Следователь Головин, прокуратура. Скажите, вы знакомы с Чингизом Шагдаровым? С Чингизом? Да. Первый раз слышу. Скажите, а вот это не вы на фото, только моложе, м? Юленька, будь добра, поставь чайник. Хорошо. Так что, чего соврали? Да, я знаю его. Но я не мог при жене. Объясните. У меня был роман с их матерью. Я тогда работал на севере. А что случилось? Чингиза убили. Как? Как убили? Когда? 26 числа, в среду. А вы, кстати, когда в последний раз виделись? Он как приехал, сам меня нашел. Кажется, 21-го. Чингиз? Юренька, это курьер. Ты откуда? Ты зачем? Ты как меня нашел? Дядя Герман! Значит так, спускайся сейчас вниз. Я сейчас спущусь. Выпьем пивка. Там мне все расскажешь. И что, поговорили? Да. Я был удивлен. Оказывается, Тимур учится здесь уже 4 года. А Чингиз что? Сказал, что хочет остаться в Одессе. А это был единственный раз, когда вы виделись? Последний раз виделись как раз-таки 26-го, около 9. Угу. И что, так встречались или с какой-то целью? С целью? Я обещал помочь с работой. Передавал телефоны организации, им требовались хорошие сварщики. А где вы были 26-го вечером? Дома. Жена подтвердит. А вы знали, что Чингиз собирался покупать дом в Одессе? Дом? Да. Вот только сейчас от вас услышал. Странно.
Он мне ничего не рассказывал об этом. До свидания. Ну и что это у нас, Толя, получается? Чингис в день убийства встречался с Германом. Так. Вечером он должен встретиться с братом. А днем? А днем ходил во дворец студентов на репетицию спектакля. Ага, вот что, Толя. Поезжай в этот дворец студентов, походи, поспрашивай, был ли он там. Если был, то с кем? Может быть, кто-то что-то помнит. Добро. Вот это хорошо. Добрый день. Здравствуйте. Администратор где? Да вон она. Добрый день. Вы что-то хотели? Так точно. Скажите, 26 числа у вас здесь была репетиция, так? Да, ребята готовили капустник нашим выпускникам к защите диплома. Угу. А этого парня помните? Нет. А должна? Ну, мало ли, запомнили. Вообще, за это мероприятие отвечала Луиза Васильевна. Это преподаватель? Да. Возможно, она вспомнит. К ней обратитесь, она в деканате. Спасибо, добро. Обратимся. Семеновна, домоешь гардеробные, иди домой. Ага. Да, я помню его. Только я его не на репетиции видела, а после нее в кафе. А в каком? Напротив. Он с мужчиной за соседним столиком сидел. А описать мужчину сможете? Да. Интеллигентный такой. Лысенький. Невысокий, в очках. Не он случайно? Точно. Ему еще парень банку индийского кофе передал. Так что? В оперном не был еще? Нет. Упущение. Обязательно сходи. Хорошо. Схожу. Слушай, кофе какой отвратительный. Пойдем отсюда. Согласна, идем. Смотри, у них кофе индийский. Молодые люди, а почем кофе? Девочки, кофе пить вредно. Ой, а вы не хамите, товарищ. Ну, хоть море-то уже искупался. Да. Угу. Значит, мужчина передал парню пакет Монтана, так? Да, с девушкой возле красной машины. Угу. А ведь Герман собрал. Он видел Чингиза в день убийства еще раз. Да. Сыщики вернулись к нему домой еще раз, чтобы получить объяснение. И объяснения оказались очень невнятными. И Головин из квартиры изъял банку индийского кофе. Ту самую, которую видела свидетельница в кафе. Банка оказалась пустой, и он передал ее на экспертизу. Результаты исследований всех очень удивили. На стенках этой банки обнаружены следы золота 999-й пробы. И что? В чем состав преступления? А в том, что эту банку вам передал Чингиз. И на ней отпечатки его пальцев. Вы скрыли от нас, что виделись с Чингизом 26 числа второй раз. В 5 часов вечера в кафе. Я уже 300 раз говорил, я его не убивал. Он мне был как сын, понимаете? У меня своих детей нет. Я очень обрадовался, когда он приехал. Это все слова. А у меня нет оснований вам доверять. Стойте, стойте, я вспомнил. В тот вечер, когда убили Чингиза, мне было плохо. Жена звала соседку. Она медсестра. Конкретно имя? Ее зовут Лида. Во сколько приходила? Около 10-11 вечера. Ну, это мы проверим и спросим. А пока посидите в камере. Конвоир! Уводите. Вставайте. А если соседка подтвердит? Ну вот когда подтвердит, тогда и будет. Но золото-то в банке было, и это факт. И совсем не в его пользу. Тем более, что если учесть, что Чингиз работал на золотых приисках. Что будем делать со Смальцем, Нестор Иванович? С хулиганом? А что с ним делать? Пускать.
У нас на него ничего нет. Ты такая, Кить. Здрасте, тетя Тома. Доброго здоровечка, Вова. А кто это постирал? Та Лариска стирала. Мамка Сипая? Ну да. А сам он где? Та... Ах ты черт! Стой! Догоню! Тетка Валя до открытия магазина продала. А дуры кидаются. Всю Мишку Горбачеву матюкают. А мы с чернилами. Сипай, падла, опаздывает. Ну ничего, нам бухла тогда больше будет. Ну, давай за твое благополучное освобождение. Спасибо, братан. Бегите! На футболке кровь из глаза. Бабик нас дал. Сипатик, ты че? Ты дурак? Ну все, вам хана. С мяткой? Не только. Там и Мелисса, и Василек. Между прочим, авторский рецепт. Ну да, вы же у нас по травам. По травке у нас Травкин, а я по цветам. Да. Здрасте, я к вам. А, это ты, Володя, заходи. Не один. Вперед. Ёк-макарёк. Старая знакомая. На футболке кровь избитого брата. Тимура. Он же сказал, что это не они. Сейчас узнаю. Ну что, пупки? Кто из вас первым каяться начнет? А? Ну, этот. В тот вечер мы, в общем, стояли на своем месте. Но этот придурок сам к нам подошел. Быковать начал, камни бросать. Вот и все. Сначала на Сипая бросился. Потом на меня. Мы надавали ему. Сипай. Он сам в драку полез. А мы защищались. Хотите сказать, что он такой идиот, что полез на вас на троих? Ну да. Или не идиот? Вот что. Сейчас вам дадут ручку, бумагу, и вы напишете, что произошло в тот вечер. Подробно. Толя, а ты давай бегом в общежитие, привези сюда этого студента. Устроим очную ставку. Добро. Давай. Ну? Чего стоим? Вперед! Я вот не пойму, показания этих хулиганов, это они сговорились или правда? А вас что-то смущает? Ну, конечно. Вот смотрите, человек один пошел против троих хулиганов ночью. Он что, самоубийца? Нет, здесь что-то не так. А вдруг они говорят правду? Ну, тогда мне интересно, как Тимур объяснит свой поступок. Привет. Тимур где? Только что ушел. А вы что, с ним на лестнице не встретились? Пакет твой? Тимура. А вот, кстати, его такси подъехало. Да, нам так не жить. Стой! Дай велосипед! Милиция! Ничего себе! Стоять! Куда? Легче, легче! Куда? Задержан! Да ты что, подурел? Милиция! Так бы сразу и сказали, что из милиции. Я ж ничего, без претензий. Тут почти 8 тысяч. Откуда у тебя такие деньги? Да это не мои, это брата. Он мне на хранение дал. Хорошо. Я задам вопрос по-другому. Почему ты нам соврал? В смысле? А вот показания хулиганов с дискотеки. Так они говорят, что 26 числа в районе 9 часов вечера между тобой и ими была драка. Но ты нам почему-то об этом не рассказал. Испугался. Думал, что отомстят.
Как у тебя все складно получается. А вот эту вещичку ты не узнаешь? Нет. Это было найдено возле тела твоего брата. А вот это мы нашли в твоей комнате. Ты же, по-моему, на гитару ходишь во дворец студентов, так? Это не моя, это соседа. А фамилия Шагдаров Т. тоже соседа? Так на ней отпечатки, только твои. И драку ты подстроил, чтобы отвести от себя подозрения. За что ты брата убил? А? Что? На два не делится? Рассказывай, Тимур. У тебя нет другого выхода. Да я не думал, что Чингис решит в Одессе остаться. А деньги ты откуда возьмешь? Обижаешь. Я ж не с пустыми руками приехал. Закрой-ка дверь. Сам от примеси очистил. Червоные. 3/9. А куда ты его денешь? К дяде Герману пойду. Думаю, поможет. 26-го дядя Герман передал Чингизу деньги за золото. Да. 8000. Сумма огромная. Мы поехали на вокзал. Решили деньги в ячейку положить. Через час я вернулся, забрал деньги. Положил их в кладовку в общаге. Не боялся, что уведут? Нет. У меня у одного ключи были от нее. Еще на вокзале мы с Чингизом договорились вечером обыть это дело. Куда ты меня завел, Тимурка? Сейчас тут через дорогу кафе будет. Кажется, я кошелек забыл. Да успокойся, у меня деньги есть. Сейчас. Нож по дороге выкинул вместе с его кошельком. Потом к пацанам пошел. Я знал, где они сидели. Стал нарываться на драку. Ну да. Ты знал, что Смалец сидел. Он ни за что не признается, что он тебя избил. Хорош ты, брат. Да я Чингиза 4 года не видел. У меня другая жизнь. Я отвык от него. Зачем он вообще приперся с этим золотом? Да, ну ты даешь. Да тут морали уже поздно читать. Сержант, уведите. Да, так все продумал. Просчитал действия каждого на несколько шагов вперед. И ведь практически все получилось. Преподаватели говорили, что у Тимура золотая голова. Я понял, почему вы эту ширму сюда притащили. Все это ваши штучки. Ну, какие штучки? Ну как, какие? Избиение Тимура – это его прикрытие. Ширма. Чтобы отвести подозрения. К тому же ширма на два не делится. Ну да, вы правы, это была загадка. Нет, ну, на дачу я ее, пожалуй, все-таки возьму. Так, а сколько Тимуру все-таки дали? 12 лет. Но приспособиться к новой жизни в Одессе он не смог, уехал на север, а как сложилась его дальнейшая судьба, там неизвестно. А что ж Герман? За незаконный оборот драгоценных металлов и спекуляции он получил 6 лет. Но по амнистии в 91-м году он вышел и занялся металлоломом, сделал большие деньги. Но потом дефолт в 98-м, он потерял почти все, и это его так подкосило, что вскоре он умер.